Интересная ситуация произошла в столице республики. Патрульная машина ГИБДД попала в дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошел сегодня ранним утром в Якутске на перекрестке улиц Кирова-Поярково. Подробности происшествия в материале Виталия Абрамова. На улице Лермонтова экипаж ДПС заметил подозрительный автомобиль с оторванным бампером, который проигнорировал требования об остановке и, прибавляя ход, начал скрываться. Проехал по улице с правым поворотом, с Лермонтова по правым поворотом по улице Кирова в сторону центра. Ну, естественно, это 7 часов, мало что там случится, да, наши преследовали для остановки транспортного средства. Но он проскочил улица перекресток Горького-Кирова и на красный свет проскочил Поярково и Кирова, да? У патруля были включены проблесковые и звуковые сигналы. Видя это, остальные участники дорожного движения начали пропускать полицейских. И внезапно со стороны цирка по улице Кирова выскочила Toyota Corina. Ну, каким образом? Я считаю, что там, видимо, за счет автобуса, вот, который стоял, пропускал, не заметил и выскочил на проезжую часть на перекрестке. В результате травму получил водитель Карины. В патрульной машине никто не пострадал. Кто был прав, а кто нет, в настоящий момент разбираются. По этому факту сейчас возбуждено административное расследование и проводится соответствующая служебная проверка. И будет принято соответствующее меры, решения. А что касается Toyota Camry, из-за которой все началось, то она была обнаружена запертой во дворах по улице Дзержинского. Водителя ищут. В ГИБДД заверяют, в ближайшее время его задержат. Виталий Абрамов, Карл Ларионов и Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.